বিষ্ণু শক্তি পরা প্রত্যা ক্ষেত্রজ্ঞা তথা পরা অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞা শক্তি দৃশ্যতে তৃতীয় শক্তি দৃশ্যতে বিষ্ণু শক্তি পরাপক্ত দ্যাট সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ গড হেড হ্যাভ থ্রি পাওয়ার ওয়ান ইজ ট্রান্সেন্ডেন্টাল অ্যানাদার ইজ ম্যাটেরিয়াল উই আর লিভিং ইন দিস ম্যাটেরিয়াল পাওয়ারফুল ওয়ার্ল্ড And transcendental power, there is always existing overall. Итак, существует три энергии, три потенции Господа. Первое — это материальное, мир материи, про который говорят ученые. Второе — это трансцендентный, за пределами материи, духовный. That transcendental called parasakti, and material called aparashakti, and middle, some power, that's called khetragya-shakti, jiva-shakti. Итак, духовный мир, материальный мир и нечто, что находится посредине между ними, как, нечто, какая-то промежуточная энергия, это энергия jiva-shakti, то есть энергия души. Then we easily can understand who we are, because we are the jiva shakti come from that powerful. И мы можем понять, кто мы такие, если рассмотрим эту энергию души. Мы находимся посередине между духовным и материальным миром. Srila Guru Maharaj given some scientific expression, the equilibrium. And other expression is abscissa. That is jiva-shakti's position. When they are coming out and going this way or that way. И в этом промежуточном... Cannot stand in the middle. И из этого промежуточного неустойчивого положения jiva-shakti мы можем выйти либо в духовный мир, либо в материальный мир. Про это говорил Шрила Гуру Махарадж. Что мы не можем находиться в этом промежуточном положении, как только обретаем сознание, и должны выбрать или путь в материальный, или путь в духовный мир. Equilibrium, this word used Guru Maharaj. That time I do not know English, but Guru Maharaj's English I catch. Equilibrium and what was? Abscissa. Abscissa. In the middle position. Эта душа, она как эквилибрист, находится на натянутом канате, и она должна упасть или в одну сторону, или в другую. And we are the jiva soul, mostly going to the transcendental world, or spiritual world, you can say. И большинство душ, они, конечно, выбирают духовный мир и уходят в мир духовный. Almost 99% going. Мы можем сказать 99%. And few of the jiva souls. Jiva souls mean there is willing, feeling and thinking. They can move. They can feel. They can think. When coming out, immediate looking. And looking light, going to the transcendental. But some of the jiva souls, curious, other side looking, and they are seeing, they are maya playing, and that jiva soul thinking, I am better than this, and I can enjoy with her, and jumping, cannot stand that position, go that side or go that side. Then jumping to the Maya, and Maya catching, and bonded him, giving nourishment, so much good, good food. И эта душа, когда она обретает сознание и хочет пойти куда-то, потому что душа по своей природе обладает волеизъявлением, желанием, желанием
чувствами, мыслями, то она должна пойти или в духовный мир, или в материальный. И большинство уходит в духовный, но только 1% какие-то особо любопытные души, они смотрят в материальный мир и видят там Майю, которая завлекает их какими-то сладостями, какими-то обещаниями, и они думают: о, я достаточно хорош для этого мира, я смогу там наслаждаться сам, смогу там быть на вершине всего. И они прыгают в этот материальный мир и попадают под влияние Майи, которая сначала обращается с ними очень нежно, чтобы они оставались с ней, а потом навсегда затягивает их. Creating so many palatable situations, the Maya, and giving that enjoyment to that jiva souls. And jiva souls, for the time being, they are very much intoxicated and moving with that material world and Maya Bhumi. Постепенно живое существо становится полностью опьянено, полностью одурманено энергией Майи, которая подсовывает все новые и новые хитрости и сети, чтобы все больше сковать эту душу. И так она пребывает в вечные времена в этом материальном мире. But he is coming from consciousness. He cannot always be happy with unconscious situations. Но эта душа по своей природе пришла из мира сознания, и она не может найти подлинное, настоящее счастье в мире, в котором отсутствует сознание, в бессознательности. Naturally, he is searching. И тогда начинается поиск. I am eating, sleeping, moving, enjoying everything. But I am not getting pure happiness, pure enjoyment, pure love, pure beauty, anything pure I am not getting here. But I am feeling I am pure. Otherwise, why I am searching pure? That consciousness giving him some searching. Душу начинает мучить вопрос, почему я ем, пью каждый день, но не обретаю подлинного какого-то счастья. Я не чувствую подлинной чистой любви, подлинной чистой дружбы, подлинного чистого какого-то счастья, каких-то чистых отношений. Но сам я по природе обладаю этой чистотой, этой искренностью, иначе как бы я ее искал? Где же есть ключ к этому счастью? The finest scholars' consciousness, they are trying to understand who I am and beyond this material world, what is there. И все величайшие ученые этого мира сознания, они пытаются по-своему понять и объяснить, что же такое этот мир счастья и как лежит туда наша дорога. Their research result given to us through their books. That is called scriptures. И результаты этих исследователей, этих мудрецов, они даны нам в виде книг. И эти книги называются Святые Писания. And two kind of property. One we are getting from the living scripture as a sadhu, and another we are getting from the written scripture as book. Итак, у нас есть два вида святых писаний. Первый, они исходят от садху, от живых святых писаний, и вторые святые писания записаны в виде книг. And Sanatan Goswami asked Mahaprabhu, because he is thinking Mahaprabhu is Bhagavan, and he knows, Mahaprabhu knows everything. And he have got that consciousness, Mahaprabhu come down from the upper level, this down platform for rescuing us.
Санатан Госвами понимал, что Махапрабху – это сам Господь, который спустился из того мира в этот мир, чтобы спасти нас и дать нам подлинное знание. This is realization and answer giving Mahaprabhu. If we will try to understand everything, everything have some property that is willing, feeling and thinking, and they cannot be satisfied with the material things. Итак, у души есть три сокровища. Это волеизъявление, мысли и чувства. И это можно, эти чувства можно удовлетворить только чем-то подлинным, что находится в другом мире. Then it is necessary for the jiva soul to connect with spiritual world and spiritual consciousness. Pure spiritual consciousness. Таким образом, для души просто необходимо обрести какую-то связь с этим духовным миром, с миром чистого сознания. And the jiva souls have need to be faithful with that cultural consciousness, what come down from the upper level to the rishis and to the sadhus. И поэтому душа должна изучать то наследие, которое идет через риши и садху в материальный мир из духовного. No other way without belief. Но нет другого способа понять это знание, чем через веру. Вера является основой понимания. And that we are telling Shraddha. И эту веру мы называем Шрадха. Shraddha shabde vishwas kahe sudridh nischay. Krishne bhakti kaile sarva karma krita hai. This is called Shraddha. The faith. Supreme Personality of Godhead, Krishna, and service to the Krishna is the super job for our life, that is called Bhakti Yoga. And through that we will get the release from this illusory environment, and we will get the spiritual transcendental platform. И самой высшей настоящей верой является вера в то, что служа Кришне, мы можем обрести все остальное. То, что служение Кришне является самым высшим, что душа может делать. И через это служение мы можем достичь трансцендентной духовной платформы.